О, спасибо. Включай. Закрываем глаза. Делаем глубокий вдох. Выдох. Расслабьте свое тело. Почувствуйте, как течет энергия по вашему телу. Вы можете почувствовать теплоту в теле, запах цветов, меда. Почувствуйте тепло от энергии. Теперь я принимаю тебя как мать, и ты прими меня как ребенка. Ты мама, я твое дитя. У меня есть родители, и только они истинные родители. Если бы они были другими, и я был бы другим. Мама. Тебе самой нелегко было в детстве, в этом наше родство. Я оставляю это в прошлое тому, кому оно принадлежит. Ты большой, а я остаюсь маленьким. Как вы делаете, так для меня правильно. Как вы поступаете, так для меня правильно. Я соглашаюсь, да, вы мои родители. Я такой же, как и вы. И я хочу быть таким. Я согласен с тем, что вы мои родители, со всеми последствиями, которые это для меня имеет. Вы мои родители, и я соглашаюсь на свою жизнь, которую получил от вас. Если тебе нужна моя поддержка, я готов тебя поддерживать как сын, как дочь. Я буду заботиться о тебе. Встаньте за мной, чтобы я чувствовал себя уверенно. Спасая других людей, мама, я спасала тебя. Я больше не буду делать выбор уйти вместо тебя. Если ты уйдешь, я приму твой выбор. Но я буду счастлив, если ты будешь со мной долго. Мне жаль, что я и так не смогу простить и вырасти как взрослый человек. Я хочу чувствовать любовь, а не мечтать о ней. У меня есть мужество пойти навстречу этой боли. Мама, я возвращаю тебе твою тревогу. Мне больше не нужно болеть, чтобы получить твое внимание. Твой поступок сделал меня сильнее. Нет души ребенка, которая не прощает. Я никогда не буду вести себя так. Я буду теперь, я буду лучше. Дорогие мама и папа, вы не были счастливы. Это ваш выбор, я оставляю это вам. Любовью благодарна тебе за уроки, которые ты мне дала. Сегодня я выросла и выбираю для себя строить отношения с близкими на любовь и доверие. Все, что есть в тебе, есть во мне. Я больше не должна искать этого мужчины. Спасибо за силу. Дорогая мама, для меня счастье, что ты приняла отца. Кем бы он ни был, да это глупо. Но это будут мои глупости, папа. Роль буфера я возвращаю тебе. Чтобы не было между вами, я свободна. Это твоя ответственность за ваши взаимоотношения с отцом. Ты не знал, как быть счастливым, как получать и дарить. Ты умел только требовать. Папа, я буду тебя любить, независимо от того, будешь ты с мамой или нет. Как тебя не хвалили, так и ты не хвалил меня. Мне трудно выбрать жену, так как я не могу найти похожую на тебя. Твое место в моем сердце никогда не будет занято. Бог тебе судья. Бог тебе ведет тебя. Бог во мне направляет меня. Мама, я хотел, но я не могу это исправить. Я возвращаю это тебе. Папа, этого тепла не хватало. Я в нем нуждаюсь, как твой ребенок. Жаль, папа, что ты дал мне так мало. Но я ценю ее это. Я отвергала твою любовь, папа. Может быть, во имя моей мамы.
Даже если у вас были непростые отношения с отцом, смотри на меня дружелюбно. Если я буду любить и уважать отца. Дорогой папа, для меня счастье, что ты принял мою маму. В своей жизни принимаю как счастье. Я принимаю это по той полной цене, которую стоило мне и стоило моей маме. То, что произошло между вами, не должно быть напрасно. С уважением, вам я позволяю себе чувствовать себя хорошо. Мама, мне больно видеть, как тебе тяжело, но это твоя боль. Дорогая мама, ты вправе поступать в своей жизни, как поступала. Я могу дать тебе только то, что у меня есть. Я хотел бы дать тебе больше. Я даю тебе с радостью, как твой отец. Моя дорогая дочь, я тебя отпускаю, ты свободна. То, что было с моим отцом, я несу сама. Мой отец правильный для меня, а твой тот, кто нужен тебе. Это правда. Я долго занималась другими людьми, мне жаль. Мне хотелось бы больше заниматься тобой. Я рада, что ты любишь своего отца. Я соглашаюсь, чтобы ты брал от него так же, как и от меня. Достаточно того, что для меня ты был желанным. Стать взрослым значит отказаться от детской иллюзии. Что-нибудь исправить в жизни родителей. У тебя своя жизнь, я не служу. Я не вправе судить, я принимаю это в свое сердце, любовь. Тебе это помогло выжить, мне не помогает. Я оставляю это тебе с любовью. Я боялась проявлять любовь, чтобы ты выжила. Мне трудно было найти любовь там, где ее не было. Мне жаль, что я родила тебя не от человека, которого любила. Девочка моя, сколько же боли ты пережила. Осуждение преград для любви. Мой отец не позволял мне любить себя. Иногда я путаю тебя с ним. Я чувствую себя виноватым. Я несу это. Спасибо за то, что ты хочешь меня защитить. Я была такой матерью, которая заставляла тебя страдать. Я думала, что так тебе будет лучше. У меня тоже не было отца. Запретили любить. Я могу тебе дать только то, что у меня есть. Я хотел бы дать тебе больше. Я даю тебе с радостью, как твой мой отец. Моя дорогая дочь, я тебя отпускаю, ты свободна. То, что было с моим отцом, я несу сама. Мой отец правильный для меня, а твой тот, кто нужен тебе. Это правда. Я долго занималась другими людьми, мне жаль. Мне хотелось бы больше заниматься тобой. Я рада, что ты любишь своего отца. Я соглашаюсь, чтобы ты брал от него так же, как и от меня. Достаточно того, что для меня ты был желанным. Представьте напротив себя образ своих родителей. Посмотрите в глаза маме. Обнимите ее. Скажите, я тебя люблю. Я благодарна тебе за то, что ты у меня есть. Я благодарна тебе за те уроки, которые ты мне преподала. Я люблю тебя. Я прощаю тебя. Теперь подойдите к своему отцу. Посмотрите ему в глаза и скажите, я люблю тебя. Я благодарен тебе за твои уроки, за твою любовь, за твое внимание. Я прощаю тебя. Я люблю тебя. Теперь посмотрите на них обоих, как они стоят вместе.
и скажите: я вправе жить так, как я хочу. Я свободен от ваших установок и ожиданий. Я вправе жить свою жизнь. Я обещаю вам, я буду лучшим проявлением вас в своей жизни. Я буду лучшим воплощением вас в своей жизни. Я люблю вас. Я прощаю вас. Вы имели право прожить свою жизнь так, как вы ее прожили. Вы имеете право жить свою жизнь так, как вы хотите. Я беру на себя право жить свою жизнь так, как хочу ее я. Делаем глубокий вдох, выдох. Представьте, как из кончиков пальцев, рук и ног у вас выходит напряжение и непринятие ваших родителей. Еще глубокий вдох, выдох. Еще вдох, выдох. И потихоньку возвращайтесь, когда захочется открыть глаза, открывайте. Потихоньку возвращайтесь. Я надеюсь, у каждого человека сейчас, кто здесь, у вас есть купюрка в кармане? Там 200 тенге, 100 тенге, да, там 1000 тенге, 500. Есть? Или там счастливый доллар, кого-то завалялся, есть? Ага, доставайте купюру. У кого нет, ничего страшного, ну не суетитесь. Лишний раз. А? Ну, без разницы, это что? Такая сумма, которая тебя потом не парит, чтобы там, ну, да хлеб не хватало, и ты ее разменяла. Ну, то есть, не обязательно большую. Сейчас, сейчас. Мы сейчас проведем энергетическую сонастройку немного с денежным потоком, с вашим. Я же обещал деньги. Мы же обещали отношения. Смотрите, во время медитации, да, у кого, вот запомните ту фразу, на которую у вас зачесалось, кольнуло, заболело, там ухо заложило, глаз стрелял, да, или там как-то это. Это та фраза, с которой тебе надо поработать. Это то, что ты не принимаешь вот в родителях, в себе. Просто эту фразу просто для себя запомни. Хорошо? Все? Да? Не слышал? Та фраза, на которую у тебя кольнуло, стрельнуло, зачесалось вот во время медитации, то, что было, если получится, ну, просто запомни ее. Это та вещь, над которой тебе надо поработать. Кто-то кашлять начал, да, там про отца пошло, там понеслась. Это, ну, значит, надо с папой поработать хорошенько. Достали купюрку, а? Подожди, не слышу. Сейчас выдыхай, плачь. Вы не представляете, как тяжело поймать в этот ракурс, потому что каждый раз, когда отходишь, надо как-то этот. Ага. А, у кого сейчас болит сердце, болит голова? Сейчас немножко продаем эту же мелодию, поставим.